Всем привет, это Ирина. Я сейчас иду на пляж для того, чтобы сделать свои утренние упражнения. Я взяла с собой мат, это половичок для йоги. Я взяла с собой воду, это обычная вода с лимоном. Это чисто витамин С, все, что нужно, в принципе, для того, чтобы зимой не болеть и, в принципе, быть бодрой в течение дня, если с утра выпить такую водичку. В каждом, в принципе, своем видео советую с утра и в течение дня пить воду. Начинаю свою пробежку, а потом пару упражнений с йогой. Вот они, мои напарники сегодняшней пробежки. Я, к сожалению, не знаю, как он называется. Я смотрела передачу, что у них как голубая кровь, и ученые установили, что можно вылечить рак. Существуют специальные фермы, где их выращивают. В Нью-Йорке их очень много. Это далеко от общего пляжа, поэтому здесь можно бегать, заниматься спортом, заниматься йогой. Никто тебя не потревожит, никто тебя не будет чем-то спрашивать. Но вы можете заниматься спортом везде, в принципе. Не обязательно это должен быть пляж, не обязательно должен быть песок. Конечно, песок усложняет нагрузку, например, если вы бегаете. Но если вы просто пробежитесь по асфальту, тоже, в принципе, неплохо. Тоже неплохая такая нагрузка.